Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях долгожданный гость. Это мой друг, политик Ибрагим Льянов. Привет, Ибрагим. Привет, дорогой. Давно не общались. Приветствую, Юрий. Приветствую всех наших дорогих зрителей и недорогих. Ну, они для нас все дорогие. Понятно. Но, Ибрагим, сегодня у нас будет очень важная беседа. 10 дней назад в Стамбуле состоялось заседание Комитета ингушской независимости, на котором председательствовал Ахмет Аздоев. Я уже, как ты знаешь, 4 года занимаюсь ингушской темой, приношу извинения, но об этом человеке я услышал впервые. Аздоева — это очень многочисленный, очень уважаемый в Ингушетии тейп, но я о нем не слышал. Окей. Я не претендую на роль всезнайки, но при этом самое удивительное, что никто из запрошенных мной и, безусловно, уважаемых в Ингушетии людей тоже о нем ничего не знает и развели руками. Причем я обращался даже к представителям тейпа Аздоевых. Но, понимаешь, в политике, когда речь идет о такой серьезной вещи, всегда возникает вопрос, кто этот человек, кого он представляет, какие у него ресурсы. Ну, ты политик, это естественные вопросы в политике. Кто этот человек? Что это вообще такое? Юра, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел бы выразить свои соболезнования народу Грузии в связи с кончиной символа Кавказа, нашего дорогого брата Вахтанга Кикабидзе. Поддерживаю. Это первую очередь. Вторую очередь я хотел бы выразить соболезнования родным и близким и всему украинскому народу в связи с террористической атакой в Днепре в этот дом. Вот вы увидите людей. Мы знаем, что Россия это олимпийский чемпион по атакам жилых домов. Да. Поэтому единственное, что я хочу сказать, да покарает Всевышний того, кто участвовал в этом и кто отдавал приказ в этом. Будьте они прокляты. Аминь. Вот это я хочу сказать в этом отношении. Ну, теперь начнем с того, что ты сказал насчет вот этого Аздоева и вот этого какого-то заседания, которое прошло в Стамбуле. Комитет ингушской независимости, да-да-да. Ну, лично я не знаю, кто он такой, я никогда его не знал. Mm-hmm. И я лично не знаю, кто это такие. Потому что за все эти года, вот я здесь в Европе уже 24 года, да, вот, mm-hmm. нахожусь, и 24 года моей деятельности, вот я занимаюсь политикой, да, и 24 движения за защиту нашего народа, но я никогда не, понимаешь, поэтому я не знаю, кто они такие, и кто за ними стоит, я даже не знаю. Поэтому если человек, если действительно люди хотят какое-то дело сделать для своего народа, то они должны не закрытым визажем, понимаешь, а открытым лицом сесть вот так, сесть на камеру, представиться, кто они такие есть, понимаешь, какая у них программа. Вот так взять, просто так заявить, мы вышли из состава этой империи. Да, сам мы... Вот официально заявляю, чтобы там эти паблики потом не перевернули мои слова. Я лично первый тот, кто хочет выйти из состава России. Но для этого нужно. Я имею полную... Вот смотри, сколько я сделал для этого народа, сколько я для этого народа сделал, защищал. Что только не делал я для этого народа. Я сегодня имею полное право сделать такие громкие заявления. И то я не сделал такое громкое заявление без одобрения моего народа. Понимаешь? Если народ тебя не одобряет, ты ничего не можешь делать. Поэтому прежде чем делать какие-то заявления и говорить кто-то, кто ты, скажите, кто вы на самом деле. Люди же должны знать, за кем мы должны пойти. Вот я должен знать, за кем я должен идти. Кто они такие? Пусть они скажут, что за последние 10
10-15 лет, что они сделали? Вот что они делали? Пусть расскажут вот мне. Если они расскажут мне, что они последние 10-15 лет делали для этого народа, я хочу услышать, я знаю, я же не могу закрыть глаза и идти за кем-то в пропасть, понимаешь? Вот это логично. Самое интересное. Но весь, я еще раз официально заявляю, весь ингушский народ спит даже и думает, как бы выйти из состава России. Но мы должны знать, как выходить, для чего выходить, куда мы народ поведем, что мы для народа приготовили. Понимаешь, о чем я говорю? Взять mm-hmm. вот так, взять, мы пошли еще и взять народ под удар поставить, это нельзя так делать. Мы должны социальную защиту сделать, оборону сделать. Что, кто нас признает, кто за этим стоит, мы должны знать, кто нас поддержит в этом отношении. А так взять, сказать, и ты можешь, и я могу сказать. Может быть, у этих ребят хорошие намерения, но это так не делается, я так считаю. Но еще раз заявляю, я лично за выход состава этой недоимперии, понимаешь, вот этой Российской империи. Вот это я хочу сказать. Но вот, эти ребята, прежде чем делать вот такие громкие заявления, должны обратиться к народу. Согласен. Так вот, этот комитет ингушской независимости, он действительно провозгласил курс на выход Республики Ингушетия из состава Российской Федерации, образование собственного независимого государства Республики Галгай, основанной на принципах галгаизма, то есть невмешательство в дела других стран, равноправие всех религий и национальностей, мирное сосуществование, что важно, возврат пригородного района и других утраченных территорий путем переговоров, окей, это прекрасно. Это заслуживает только уважения. Однако у меня к тебе вопрос вот какой. Как политику, меня интересуют политические последствия этого заявления в части, которая касается других народов России, очень многонациональная империя. А вот тут мнения разделились. Вот мне известно две точки зрения. Первое. Это заявление потрясет всю Россию, и будет иметь далеко идущие последствия, поскольку распад империи неизбежен. И противоположная точка зрения. Это искусственный развал России в интересах узкой группы людей. Вопрос тебе, какой точки зрения придерживаешься ты? Вот смотри, Юра, я тебе объясню. В 92-м году, когда вот те же демократы, вот так называемые демократы, пришли к власти в России, вот это Ельцинская эпоха, да, он пришел к власти. До этого был закон, вышел закон о реабилитации репрессивных народов. И в 92-м году именно с приходом вот этой российской демократии первых утюжили кого? Ингушей. Вот в российском, вот постсоветском государстве, вот в России, именно в России, кто, кому досталось? И вот эти же соседи, ни один сосед именно не заступился за ингушей. И какая может быть цепная реакция вот сейчас у кого в России? Никто, все зашуганные сидят. Просто сейчас, в данный момент, я считаю, что никто ничего не сделает, понимаешь? Никто не будет заявление делать, никто не будет. Все выжидающие сидят, вот все сидят, вот такой стойкий, понимаешь, и выжидает. Вот когда-то Россия развалится, кто ее развалит? Никто ничего не хочет делать. А взять сегодня, подтолкнуть вот маленькую нацию вперед, давай вот на амбразуры, да, на доты, пускать ингушей, это легче всего сегодня, понимаешь? Потому что мы всегда и страдали. И самое главное, вот эти ребята, которые они там делают, заявляют, что жить со всеми в мире согласия. А ингуши всегда жили в мире согласия. Ни на кого никогда. В истории нет такого, чтобы ингуши на кого-то нападали. Никогда, мы всегда защищались. Есть история, если никто не верит, пусть посмотрит, вот интернет им в руки, пусть смотрят. Мы никогда ни на кого не нападали. Всю жизнь защищались. Поэтому разные мнения будут. Одни, да, вот есть там разные мнения, что-то кто-то за этим стоит, там туда-сюда. Все может быть. Все может быть, Юра. Понятно. И вот в заключение у меня самый главный вопрос. Вот сейчас вот это заседание Комитета ингушской независимости, оно взбаламутило всех, и это обсуждаемая тема. И вот я обсуждал эту тему с, безусловно, уважаемым человеком, с Геннадием Гудковым. И вот он считает, что для выхода из состава России необходима долгая и сложная процедура, в основе которой будет, во-первых, честный референдум, во-вторых,
утрясание всех вопросов, там энергетика, материальные вопросы, территориальные вопросы, вооружения, безопасности и так далее. И при этом, по его мнению, в обновленной России всем национальностям должны быть предоставлены самые широкие права, равные возможности, материальные компенсации. Следовательно, ни у кого не будет смысла выходить из состава России. Окей. Допустим. Но у меня возникает один вопрос. И вот прежде чем я его сформулирую, я кое-что напомню. А если я ошибусь, поправь меня. Итак, 24 февраля 1944 года была депортация чеченцев и ингушей в рамках операции «Чечевица». Это было? Было. Было. Далее на 20-м съезде КПСС культ личности Сталина был осужден, но ингуши вернулись домой только год спустя. При этом ни материальной компенсации, ни даже формальных извинений ингуши не получили. При этом некоторые ушли из домов ингушей, оставив, сказали, это правда, это ваше, ушли. А некоторые втридорога им их же имущество продавали, это было? Было. Далее. Было. Да, было. 26 апреля 91 года принимается закон РСФСР номер 1107 о реабилитации репрессированных народов. Далее. Полтора года ингушские политики, общественные деятели просят Кремль, ну вы приняли закон, но вы его исполняете. Ноль реакции. Ни дорожной карты исполнения, ни органов, которые будут это регулировать. Не было ничего. Итогом спустя полтора года стал осетино-ингушский конфликт 30 октября 92 года. Это было? Было. Было. Далее. Еще два момента. За последние 75 лет в Советском Союзе и России было 4 денежных реформы, 2 из которых конфискационные. Свои ограбили просто людей. Всем, кому я должен, всем я прощаю. Это было? Было. И, наконец, вишенка на торте. Голосование на пеньках и фальсификация выборов, опенькованная конституция и вот это вот очень смешное голосование на оккупированных территориях Украины. Это было? Было. Отсюда было. У меня простой вопрос. Хорошо, допустим, в обновленной России малым народам тоже многое что пообещают. Но вот учитывая то, что я сейчас сказал, а какие гарантии того, что малые народы снова не обманут? Вот поверят ли малые народы, ингуши в частности, Кремлю снова? Вот вопрос. Вопросов. Хорошо, я отвечаю на этот вопрос. Никогда в жизни больше ингуши не поверят, и малые народы тоже не поверят. И я вот скажу вот так. Верить Российской империи себя не уважать. Понимаешь? И вот насчет то, что сказал, там озвучил господин Гудков, буду отвечать на его. Давай послушай, пусть он послушает теперь внимательно. Я его слушал внимательно, теперь он меня послушает внимательно. Во-первых, надо знать, господин Гудков, надо знать историю народов, малых народов. А не знать, и не только опираться на свою вот эту империалистическую историю, а надо знать историю народов. Когда ингуши вошли, так называемые, вошли в состав Российской империи, за все это время мы потеряли 80% нашей территории. Это правда было. Это правда? Правда. 80% мы территории потеряли. Это дружба народов? Это так нас Россия-матушка любит? Когда вот этой России матушки, так называемой, когда ей трудно было, во всех войнах мы участвовали, стояли на передовой, умирали, погибали. И что, нас благодарили? Когда наши деды, отцы, братья, сестры были на войне, они пришли в 44-м году, под метелку подмели людей, увезли в это самое, Казахстан и в Сибирь, отправили нас. Мы потеряли почти 60-70% населения. За это нам надо любить, господин Гудков, вас. А? И плюс еще я хочу этому Гудкову ответить. Сколько раз он был в Госдуме?
Четыре сезона, да? Четыре сезона, это почти 20 лет. Вот эти 20 лет, господин Гудков, вы лично участвовали во всех этих законах, вот этих всех проектах. Вы лично соучастник всех вот этих путинских преступлений, ельцинско-путинских преступлений. Поэтому вы несете персональную ответственность за все, что происходило в Российской империи. Вы лично несете. Сегодня легко сесть и сказать: «О, вот мы сейчас новую, свалить на этого Путлера все, на него все свалить, мы сейчас его уберем, и мы придем к власти, и мы будем такие белые, пушистые». Нет, вы не будете. Вы империалист, господин Гудков. Но, вы можете обижаться, не обижаться. Я вас не оскорбляю. Я, вот как вы там говорили, не парламентское выражение вы делаете. Я тоже делаю не парламентское выражение. Вы империалист. Поэтому вам верить нельзя. И мы лично не хотим, какая бы вот эта ваша Россия обновленная не была, мы не хотим в этой России жить. Не хотим. Рано или поздно мы уйдем с этой России. Уйдем. Но уйдем с решением народа. Когда народ наш решит, мы уйдем. И даже сегодня мы ушли бы из состава России, если они нам вернут наши территории, понимаешь? Но они этого же не сделают, понимаешь? И то, что вот даже, посмотри, зашли в Украину, что они сегодня творят? До этого, в 2008 году, они зашли в Грузию, что они творят? До этого они в Чечню зашли, утюжили в Чечне людей. Что они там сказали? Что там? Везде. Куда они? Куда вот эта матушка, вот эта мачеха России, куда не заходила? Везде одни слезы, кровь, разруха. Понимаешь? И как мы можем теперь, после всего этого, что вот такие, как Гудков, вот другие придут к власти, и мы заживем хорошо? Да никогда в жизни, ну, я не поверю. Здесь, понимаешь, никогда. Ибрагим, при всем уважении, но я все-таки вынужден вступиться за Геннадия Владимировича Гудкова и сказать, что вот я наблюдал, он 20 лет был в Госдуме, но он эволюционировал, и он действительно был в оппозиции к путинскому режиму по очень многим вопросам. Но вот что касается вот этого вопроса, здесь при всем моем уважении к Геннадию Владимировичу Гудкову, я не могу с ним согласиться именно в той части, что вот я хочу пояснить свою позицию. Понимаешь, Ибрагим, вот я против того, чтобы вспоминать по поводу и без повода прошлое как конкретного человека или группы людей. Вот то, что у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Поминать бэкграунд можно только в двух случаях. Либо, когда настоящее является закономерным продолжением, либо когда накоплен такой уже объем бэкграунда, что начинает работать второй закон диалектики, переход количественных изменений в качественные. И вот именно поэтому я вспомнил то, что творили с малыми народами, вообще и с ингушами в частности. Я сказал, ну извините, а какие гарантии может дать Кремль, когда сейчас, вот сейчас уже уместно вспоминать фразу Отто Бисмарка? Договор с Россией не стоит и бумаги, на которой он напечатан. Ну, ребята, ну сколько раз уже было такое, что принимался закон, поэтому потом этот закон, мы скажем политкорректно, клался под сукно. Я не хочу говорить грубее. Но это же было. Ну тот же закон о реабилитации репрессированных народов. Но это же было, но его положили под сукно. Его сделали на отвяжись. Было? Было. Повторяю вопрос. Как вот они могут поверить, что дальше будет мир, дружба, жвачка, и все будет прекрасно? Как можно поверить? Юра, никак нельзя им верить. Никак. Почему? Потому что сегодня они, посмотри, весь мир сегодня отвернулся от этой России, понимаешь? Весь мир. Почему? Весь цивилизованный мир отвернулся. Почему? Потому что тебе всегда мало, всегда ты прав, понимаешь? Так не бывает в жизни. Один раз свою ошибку признай, но они же не хотят признавать свою ошибку, понимаешь? И то, что вот даже вот... Вот я говорю, ингушам хотя бы принесли формальные извинения. Ингушам, чеченцам,
поволжским немцам, крымским татарам, ну хотя бы вот просто сказать, ребята, извините, но этого же не было. Был ли судебный процесс над Сталиным и над сталинизмом, над чекизмом и большевизмом? Был? Что-то я, наверное, не был, пропустил. Не был. Его не было. Юра, не было. Юра, вот еще смотри, там Гудков говорит, что население там Ингушетии там плюс-минус 300 тысяч. Прежде но чем говорить так, о каком... Он ошибся. Это и я его поправил. Нет, вот эти ошибки, они нам дорого стоят, понимаешь? Они нам дорого стоят. Вот такие ошибки дорого. И потом он еще говорит, вот когда им, говорит, отправляют генералов, они радуются. Господин Гудков, ни один ингуш не радуется, когда ему Москва отправляет генерал-наместника, понимаете? Мы не радуемся, потому что вы у нас, лично вы забрали у нас право выбора руководителя своей республики. Нет, вы забрали, не лично и вы... Гудков, не лично Гудков, а Кремль, он, Кремль. А он нет, он был в Кремле, Юра, давай, мы будем нет, спорить. Нет, в это время он был. Его уже убрали из Госдумы. В каком году его убрали? В 2007. А в 2007 нам не назначали, что ли? Ну а кто же Зязиков назначал? Зязикова еще выбирали. Не, кто выбирал? Какие выборы? У нас никогда выборов не было в Ингушетии. Не было, нам назначали вот эти генералы. Пусть он сначала хорошо посмотрит историю, как нам назначали. Сегодня единственное, почему? Потому что, я сейчас тебе скажу, потому что наши соседи, Северная Осетия, сказала, что надо вот эту выборную систему брать. Для чего это было? Школа Беслана атакована. Да, правда. Все. Пазл сложился. 1 сентября 2004 года был захват школы в Беслане, а 4 или 5 сентября 2004 года Путин выступил и отменил выборы глав регионов. Правда, это правда. Вот для этого было сделано. Поэтому сегодня бесхоз. Они назначают своих ставленников, и те приходят, утюжат этот народ, уничтожают. Эскадроны смерти там действуют, понимаешь? Они грабят этот народ. Путин им сказал, главное, вы... Зажмите в тиски народ и делайте, что хотите, я на все глаза закрою. Поэтому они обогащаются. То, что сделал Евкуров с Кадыровым в 2018 году, в наглую забрали у ингушей землю. Поэтому про это Гудков тоже забыл сказать. А? Надо же говорить своими именами. Называть надо, говорить правду надо. Говорить правду людям. Но они врут, поэтому никто никогда в жизни больше России не поверит. И вот эти так называемые либералы, российские либералы, они не сама оппозиция. Я вот это могу же, я свое сугубо личное, это мое мнение. Я никому свое мнение не навязываю, но я официально заявляю, нету в России в данный момент оппозиции. Есть казачки, засланы тем же Путиным сюда, Европу, чтобы действительно не было здоровой оппозиции, понимаешь? И вот они уводят, знаешь, вот людей. И самое интересное, знаешь, что интересно? Вот средства массовой информации Украины, почему-то они сидят на их площадках, понимаешь? И именно вот эти российские либералы, которые, нет-нет, у них проскакивает вот этот империализм, но у них постоянно берут интервью, а у нормальных людей не берут. Кто нормальная оппозиция, их вообще не приветствует. Почему это так, а? Для чего это все делается, я не понимаю. И вот потом говорят, вот вы не поддерживаете. Поддерживаем. Ты же знаешь, как я Украину поддерживаю? А? Да. Мы поддержим, но один раз вы, журналисты, пришли с нами, связались, нет, связываются с кем? С прорусскими, с пророссийскими, с прокремлевскими связываются. Это мы же видим, мы же со стороны лучше видим, нет, Юра. Люди лучше видят. Ибрагим, то, что Гудков прокремлевский, это абсурд. Ну, здесь я вступлюсь за него. Я с большим уважением отношусь к Гудкову, и то, что он засланный казачок, это абсурд. Это твое мнение, я просто свое мнение озвучил. Вот придет время, и ты удостоверишься в том, что я прав был.
удостоверишься, ну, понимаешь? Я сегодня, вот, ну, будет время, будет пища, посмотрим. Мы же сегодня не можем, мы же не гадалки, понимаешь, мы не можем гадать то, что... Мы просто говорим, что будет. Вот посмотрим по ходу. Поэтому я говорю, а еще раз официально заявляю, да, ингуши, действительно, мы хотим выйти из состава России, но мы хотим выйти из состава России с таким путем, чтобы наш народ не уничтожили, как они раньше уничтожали. Мы хотим цивилизованным методом выйти из состава Российской империи. Да, мы хотим жить со всеми народами в мире. Да, мы хотим жить со всеми конвенциями в мире. Понимаешь? Я признаю всех конвенций. Для меня нет национальности. Для меня есть хороший человек, есть плохой человек. Вот этот я разбор делаю. Все, вот это для меня различие. Все, мы никогда, ингуши, ни на кого не нападали и не собираемся нападать. Мы просто требуем свое, то, что у нас за время оккупации Российской империи, то, что она нас оккупировала, вернуть нашу территорию и вернуть нам моральный, материальный ущерб за все те года, что она нас убивала, утюжила, использовала наши недры. Все, вот это мы просим. Вот и это я будем... поддерживаю. Извини меня. Вот дом. Хорошо, дом. Ну вот у семьи забрали дом. Ни за что, ни про что. Отдали другим. Ребята, это они отдали? Нет, это не они. Это сделало государство. Вот государство пусть им компенсирует это плюс моральный ущерб за смерть их родственников в депортации. А тем, кого вселили в их дома, ну, предоставляйте квартиры опять же за свой счет. Я не прав. Юра, ну, все ребята, прав. Юра, ну... Юра, вот смотри, ты прав, 100% прав. Нужна, если бы они сделали закон о реабилитации репрессивных народов, там есть пункт и территориальная реабилитация. Да. Но ее они убрали, они ее не делают. Материально нету, морально нету. Зачем тогда закон нужен? Для чего? Для галочки сделан был закон. Мы знаем, что это для галочки, чтобы успокоить народ чуть-чуть. И все, больше ничего. Но народ-то не успокоишь. Народ не успокоишь. Даже вот в этом мире хоть один ингуш останется, да, и то он скажет, я за то, чтобы выйти из состава Российской империи. Вот о чем думают ингуши. Почему? Потому что мы не видели, вот он же говорит, Гудков, ну, мы там же были хорошие моменты, там не было у нас хороших моментов. У нас, у ингушей, не было хороших моментов. Пусть он покажет. Хорошо, вот за все это время, когда вот этот разгул, вот этих судебных, несудебных казней, вот этот эскадроны смерти вовсю загули по республике Ингушетия, налево-направо убивали нашу молодежь. Ни один оппозиционер, ни Гудков, никто слова боялся сказать, когда я здесь говорил. Вот поэтому я говорю, вот те, которые сегодня себя возомнили, что они такие ярые оппозиционеры, что они могут решать судьбы народов. Где вы все были, когда я орал на весь мир и звал вас? Встаньте рядом со мной, выходите на митинг, давайте будем говорить. Даже если боитесь показывать свои лица, ноги мне дайте, ноги, закройте плакатами свои лица, ноги дайте, чтобы количество было, чтобы мир увидел, когда до всего мира доносил, где все были. А сегодня все герои стали, все революционеры стали. Поэтому я лично, Лианов, я официально заявляю моему ингушскому народу, я, Лианов Ибрагим, официально вам заявляю, что я не участвую в обмане своего народа. Я защищаю этот народ. Вот этот мой девиз. Я никогда вас не предавал и не буду предавать. Я имею право за все, что я делал в этой вот, за своей жизни, да, вот политической жизни, здесь уже 24 года в этой Европе, я имею право делать громкие заявления от ингушского народа, но я не буду делать, не согласовав с моим народом, понимаешь, такие громкие заявления. Вот это я хочу сказать. Поэтому эти ребята, которые делают такие заявления, прежде всего, еще раз я им говорю, делайте заявления, обратитесь к народу, общайтесь с людьми. Хорошо,
меня вы не любите, значит, я, если не уважаете, хорошо, ладно, я плохой. Но не все же ингуши плохие. Тогда, прежде чем что-то делать, откройте свои лица, покажите, кто вы. Да, небезопасно. Вы боитесь? Да, я тоже боюсь. И на меня были покушения здесь, в Европе. И мне угрозы идут. И я не могу домой ехать. 24 года. Ни я, ни моя семья, никто мы не можем. Постоянные угрозы мне идут. Ну ничего, мы же взяли, если вы взяли этот путь, если вы взяли путь защищать свой народ, значит, вы должны идти на пролом. Значит, вы не должны ничего бояться. Значит, открыто идите. Вот это я хочу сказать. Но еще раз говорю, если вы, ребята, я вам говорю, если вы пока к чьим-то указаниям делаете такие громкие заявления, прошу вас, не делайте. Рано или поздно обман он всплывет. Не слушайте других людей. Слушайте себя и мнение своего народа. Считайтесь мнением народа. Запомните раз и навсегда. Без народа я никто и вы никто. Понимаешь? А народ без меня и без вас, он народ. Поэтому надо это, иметь это самое... Согласие народа. В любых отношениях иметь надо согласие народа. И надо соглашаться с народом. Уважать свой народ, любить свой народ. Поэтому я лично люблю свой народ. И без ведома моего народа я не сделаю. Я имею право. Я обращался в Украину. Тот же Гончаренко, я ему писал, звонил. Почему он со мной на связь не вышел? А? Вот, а сегодня они начали, обрадовались. Ну, да. Завершая нашу беседу, я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, вот я выскажу свое тоже мнение, сейчас не время обидами считаться. Я считаю, вот после победы мы спокойно должны сесть и спокойно поговорить. Потому что, понимаете, гнев – плохой советчик. Но и зашоренность в старых убеждениях – это тоже советчик не лучший. Нам надо эволюционировать. Вот это все, что я хотел тоже сказать от себя. Юра, я с тобой согласен. Да, не надо зацикливаться на старом. Я с тобой согласен, надо к новому идти. Я очень согласен. Но смотри, ко мне обращаются люди, мне звонят. Очень много звонков было. Меня спрашивают, ты знаешь этих людей? Я говорю, действительно, я не знаю, Юра, не знаю. Почему я должен говорить, что я этих людей знаю? Ну, скажите кто, покажите свои лица, давайте поговорим, позовите, сядем, поговорим. Я хочу узнать ваше мнение. Может, я буду тоже согласен с вашим мнением. А может, не буду. Если мы хотим строить какое-то государство, понимаешь, демократическое, если мы хотим спасти наш народ, давайте общаться, давайте соберем. Поэтому я говорю, да, я еще раз, чтобы сейчас вот в конце нашего вот этого ролика, да, я еще раз, чтобы завтра там не стали там вырезки из своего канала делать и бросать, вот Лянов это сказал, Лянов это сказал. Нет, я еще раз официально заявляю, я лично за выход из Российской империи, но не подставляя мой народ. Согласен полностью. Ибрагим, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика Ибрагима Льянова. Ну, я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Юра Шворт. До встречи.